Да, вижу, трансляция пошла. Так, ну давайте. Доброго утра. С добрым утром. Какой у нас третий день? Третий день нашего марафончика небольшого в ресурсе. Используем практики. Я использую практики, ну и различные способы взаимодействия с телом, сознанием из разделов там, ну, в основном хатха-йоги. В хатха-йоге, в принципе, все есть для этого. Некоторые там вставки цигуна и, ну, в общем-то, и все. Медитация, на самом деле, все виды медитации, ну, основные виды медитации, то есть практика осознанности в рамках раздела хатха-йоги есть. Часто у людей складывается впечатление, что хатха-йога – это просто асаны, да? Ну, поинтересуйтесь или посетите какое-нибудь мое мероприятие и узнаете, что такое, ну, насколько там большой спектр различных тренингов. То есть хатха-йога – это такой интегральный тренинг. Сегодня предлагаю выйти на дыхание, вот как мы на марафоне по дыханию делали, но такой плотный, сжатый на 4-5 подходов, такой очень хороший комплекс. Для начала настроимся. Давайте. Если я не вспоминаю, что не говорю, вернее, я-то помню все время об этом, не говорю, что нужно обращать внимание на приятные ощущения. Приятное ощущение. То есть как только мы находим что-то приятное и обращаем на это внимание, мы как бы культивируем вот это приятное ощущение. Соответственно, неприятностей, ну и всяких тревог в жизни много. И один из способов снизить уровень, ну, вот этого кортизола, как уже затасканного, да, вот, кортизол, адреналин, кортизол. То есть у нас симпатика, она в принципе больше присутствует в жизни. Ну, по крайней мере, у тех, кто приходит ко мне на сеансы по массажу, я вижу, что, ну, есть тонус, есть напряжение, есть гипертонус у некоторых, есть тоническое напряжение, это вообще неконтролируемое напряжение такое. И чем больше мы будем обращать внимание на приятное что-то, хоть что-нибудь, то мы этот уровень, этот кортизол будем как бы подъедать в системе, и он будет уменьшаться. Я называл на медитационном, когда у нас по медитации был марафон, я называл цифры там, сколько у нас держится различные приятные гормоны, ну, то есть гормоны в крови, сколько держатся, которые вызывают приятные ощущения, и сколько держатся в системе гормоны стресса. Там колоссальная разница, до 3 лет кортизол и до 24 часов, по-моему, эндорфин или, ну, что-то типа, ну, такая разница, я сейчас не помню. А некоторые идут на минуты просто, минуты, там, дофамин, минутное удовольствие. Хорошо, поехали. Обращаем внимание, что значит на приятные ощущения, на телесные ощущения, на, если, даже если в мысль ушло внимание, если мы на это обратили внимание и сфокусировались, обычно это тоже приятно. То есть любое контролируемое такое действие, оно вызывает приятные ощущения. Ну, как правило, если нет нарушений каких-то. Хорошо.
обратили внимание на позу. Ну, не обязательно позу, как у меня. Садитесь в удобное что-то. Ну, важно прямую спинку. То есть я вот обычно поза йоги или медитация, поза медитации вот ассоциируется, ну, с подобным там сидением со скрещенными ногами. Ну, Будда везде нарисован, да? Ну, это, в принципе, ну, освоить ее, и она наиболее удобная для таких практик. Но моя практика показывает, что, скажем, не все могут. У нас европейский тип сложения тела. Не все могут сидеть на полу, скрестив ножки, долго и удобно. Но мы не будем сидеть долго. Будем сидеть удобно. Выстраиваем линию. Прямо энергию пускаем. Вот, внимание, из снизу, можно от седалищных бугров, на вдохе, вот прям проходим вниманием по позвоночнику, заходим в голову, уходим вверх, а на выдохе так мягко стекаем. Выдох напоминает у нас расслабление. А кто делает выдох вот так, то есть, ну, будет трудно расслабиться. Расслабление — это когда мы отпускаем и позволяем воздуху самому выйти. Сейчас для того, чтобы почувствовать разницу, мы будем делать ложный вдох до выдоха и ложный вдох. Получится, вот я пока сейчас сниму футболочку, получится Удьяна Банха. Давайте делаем вдох вместе. Это будет наша настройка сегодня. Выдох. Да, выдох. И как бы вдыхаем без воздуха. Отпускаем. Как бы выдох делаем. Вдох. Выдох. Тянули. Да, выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Можно чуть вперед подать вес тела. Да, выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Теперь пробуем двигать стенкой живота. Да, выдох. Вдох. Выдох. Да, выдох. И еще один вдох. Выдох. И до выдох втягиваем. Вдох. И все, отпустили. Вот последнее, то, что если видели, показал на ауле, это тоже к освоению очень-очень крутая штука. Сделать там 10-20 подходов на ауле утром, это мы включаем всю систему. У нас второй мозг — это здесь. Давайте на вдохе разворачиваемся. Вдох. Посмотрели назад. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Первую сторону вдох, выдох, и во вторую сторону вдох, выдох, и еще раз вдох, выдох, и еще раз вдох, выдох, за коленочки взялись, прогиб, вдох, скруглили спину, выдох, катаемся на седалищных буграх, вдох, руки прямые, выдох. Держимся за коленки, вдох.
Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. По кругу. Пробуем пустить таз по кругу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Почувствуйте, как живот, поясница двигается. Косые мышцы. Угу. Хорошо. Правая рука вверх. Локоть вниз. Выдох, опустили. Левая рука вверх. Выдох. А теперь правая рука вверх. Вдох. Локоть вниз. Выдох. Коснулись. Прошли по низу. И поменяли вдох. Выдох. Локоть вниз. 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 Поменяли. Давайте остановимся на этом. Опустили в наклон. В наклоне пальчики. Так, чтобы видно было. Пальчики поставили перед собой. Так. Видно, да, что пальчики? Давайте боком. Пальчики поставили перед собой. Посмотрели вперед, вдох. Вниз, выдох. То есть у кого-то это вот такая позиция, вдох. Посмотрели, прогиб сделали. Выдох, наклонились, да? У кого-то ниже, вдох, посмотрели. То есть мы таз проворачиваем хвостиком вверх, опускаем вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Легли, отдохнули. Хорошо. Так. И теперь ноги выпрямляем. Ноги выпрямляем. И начинаем. Вот такое движение ногами. Вот расслабленные, расслабленные. Создаем ротацию тазобедренных. Расслабляем мышцы. Сгибаем, разгибаем. Сгибаем, разгибаем. Поочередно одну, вторую ножку. Сгибаем. Ага. Теперь крутим пальчиками ног. Круги накручиваем. Можно сидеть, коленочки взять. Хорошо. В другую сторону. Колени у нас. Вот мы хорошенько коленочки разминаем, мышцы вокруг колен. И вот это хорошее такое. Хорошее упражнение очень. Хорошо. Ага. Согнули одну ножку. Взяли ступню, покрутили в одну сторону, в другую сторону. Натянули в одну сторону, натянули в другую сторону. Пошевелили пальчики. Пальчики разминали ступню. По большими пальцами разминаем. Давайте кулачком вот так вот подъем. Да, арочку стопы растерли. Потом ребро стопы другим кулачком. Серединку. Видно? Вот я. Серединку. Хорошо. И постучали в сердцевину. Ножку выпрямили. Опустили. Вторую.
вторую покрутили в одну сторону, в другую сторону. Угу. Поперебирали пальчики. Плюсны потерли. Всю ступню потерли, пяточку. Угу. И кулаком растираем арку. И в ребро внешнее. И серединку кулачком. Стучим. Выпрямляем. Хорошо. Ну, давайте встаем. Встряхнулись. Все встряхиваем. И теперь кручение делаем. Скручиваемся в одну в другую сторону. Хорошо. Пальчики. Полностью выпрямляем и сжимаем. Выпрямляем и сжимаем. Хорошо, выпрямили. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз. Покрутили. Хорошо. Другую сторону. Встряхнули. Кулаки. Руки в кулаки, покрутили, раз, два, три, четыре. В кулаках, раз, два, три, четыре. Кулачки на себя натянули. Делаем вдох. Выдох. Натянули на себя. Указательный палец вытащили вверх. Вдох. Выдох. Второй палец вытащили вверх. Вдох. Выдох. Третий палец вытащили вверх. Вдох. Выдох. Четвертый палец вытащили вверх. Вдох. Выдох. Пятый палец вытащили вверх. Вдох. Выдох. Потянули пальцы все вниз. Вдох. Выдох. Стряхнули. Круговые движения плечами. Раз. Два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. По очереди. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Руки в стороны, вверх давайте. Вперед. Раз. Большие круги. Два. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правый вперед, левый назад. Раз. Выдох. Два. Разворачиваем плечи. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Выдох. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Встряхнули все. Шейный отдел. Киваем вперед. Кошка лижет шерстку. Два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Плечо правое. Раз,
два, три, четыре. Киваем. Раз, два, три, четыре. Левое плечо. Раз, два, три, четыре. Киваем. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Правое ухо вверх. Вдох. Посмотрели вниз. В исходное положение. Левое ухо вверх. Вдох. Посмотрели вниз. В исходное положение. И меняем так. Отвели, посмотрели. Отвели, посмотрели. Прокручиваем шею, голову в шейном отделе. Лицом вниз. Хорошо. Теперь левое ухо вверх. Посмотрели вверх. В исходное положение. Правое ухо вверх. Посмотрели вверх. Провернули в исходное положение. И меняем стороны. Два. Три. Четыре. Хорошо. Почувствовали, как меняются ощущения все. Ладошки перед грудью. Несколько кругов Сурья Намаскар делаем. Руки через стороны вверх. Вдох. То есть прогиб. Выдох, наклон. Правой ногой отшагнули вдох, колено вниз, посмотрели вверх. Выдох, собака головой вниз. Можно втягивать живот после выдоха. Вдох, кошка. Выдох через планку, живот. Вдох, подняли ручки, смотрим перед собой. Выдох, собака головой вниз, втянули живот, вдох, правой ногой шагнули, колено вниз, смотрим вперед, выдох, можно вставить пустую диану, втянули живот, вдох, ручки вверх, выдох. В исходное положение. Следующий круг. Полукруг. Вдох. Выдох. Левой ногой. Вдох. Колено вниз. Таз вниз. Голова вверх. Выдох. Собака головой вниз. Тянули животик. Вдох. Кошка. Выдох. Планка. Опустились вниз. Вдох, прогнулись, выдох, собака головой вниз, втянули живот, левой ногой вперед, вдох, прогнулись, выдох, наклонились, вдох, руки через стороны вверх, выдох, намасте, и еще один раз. Вдох, прогиб, выдох, наклон, пустая удена. Правой ножкой отошли, вдох, нога прямая, руки вверх, в замок, вытолкнули замок. Еще один вдох, выдох, правая рука вниз, левая вверх, вдох. Выдох, поменяли вдох, правая вверх. Выдох. Можно над головой вытянуть вдох. Выдох. Отшагнули в планку. Вдох. Выдох. Колени вниз, грудная клетка, подбородок. Вдох. Выдох. Кобра. Таз вниз, макушка вверх. Вдох. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Правая ножка вперед. Вдох.
Way, да? Руками сцепились, толкнули вверх, вдох. Way, да? Наклон, вдох. На выдохе втягивание живота. Way, да? Руки через стороны вверх, да? Ой, да, исходное положение. Вдох на вторую ножку. Ой, да, наклон. Левая нога. Вдох. Ой, да, ручками. Теперь замок как неудобно. Вдох, посмотрели на замочек. Ой, да. Руки в стороны. Левая вниз, правая вверх. Скрутились, вдох. Ой, да. Правая вниз, левая вверх. Вдох. Ой, да. Можно вытянуться вот так в линию. Хорошо. Отшагнули, вдох. Ой, да. На правую ручку бок вытянули, вдох. Ой, да. На левую бок вытянули, вдох. Выдох. Планки, вдох. В нижнюю. Выдох. Из нижней планки. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой ногой шагнули, вдох. Замок как неудобно. Выдох. Ножка прямая, вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Да? Через стороны вниз. Да? Посмотрели, как поменялось ощущение, состояние. О, теперь дыхательная система как минимум размята для дыхание. Давайте погладим грудную клетку. Сейчас делаем подряд. Значит, здесь все новеньких, я смотрю, нет. Поэтому, надеюсь, все будут понимать все термины. Первое. Сейчас первый заход уже будет такой конкретный. Капалабхати. То есть у нас динамическое дыхание. Гипервентиляция сменяется с задержками на вдохе и задержками на выдохе. Будьте внимательны. Поехали. Капалабхати. И пустые удияны в конце всегда. Пустая удияна или агнисарадхаути. Кто крутит наули, значит крутит наули, осваивает. Выдохнули, вдохнули, выдохнули, хорошо, хастрика, вдохнули. Плечевая помпа, щеки надули, не дышим. Подтянули руки, вдох. Звук, выдох со звуком ха. Вдох. Не дышим, щеки надули. Да, вдох. Вдох.
Щеки надули, не дышим. Да, вдох. Хорошо. Руки через стороны, ножки вместе, вдох. Выдох. На носочках поднимаемся, вдох. Выдох. Еще на носочках, вдох. Выдох. Второй подход. Это уже первый был. Второй подход к капалабхате. Чуть побыстрее. Выдохнули. Хастрика с плечами. Выдохнули. Зажали ноздри. Сделали вдох. Надули щеки. Опустили подбородок. Приседания. Да, вдох. Выдох со звуком ха, втягивание живота. Отпустили живот. Ноги вместе, руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Капалабхати. Так, уже третий. Третий раз. Еще быстрее капалабхати. Хастрика животом. Ладошку поставили перед животом. И пробуем достать животом ладошку. Вдохнули. Щеки надули. Руки вперед крутим. Выдохнули. Второй подход. Руки назад. Вдох. Натули щеки. Вдохнули, выдох. Тянули живот. Можно агнисара травоте.
Хорошо. Ручки, ножки вместе, руки в стороны, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И четвертый раз. Капалабхати. Самый быстрый вариант. Хастрика животом и плечами. Вдохнули. Надули щеки. Хлопаем лопатки. Руки вверх, вниз. Да, вдох. Выдох. Ножки вместе. Руки через стороны вверх. Уджайи дыхание. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вперед и вверх, уджайи дыхание, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки в стороны, вдох. Ладошками вверх. Грудной отдел прогиб. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ножки ширина. Пирамидку встаем. В пирамидке руки в стороны. Из пирамиды звезду сделали. Поза звезды. Вдох. Выдох. Развернули правую ножку. Вот. Так не заваливаемся. Таз остается копчиком вниз. Потянули ноги прямые. А вот теперь потянулись влево. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Триконасана. Вдох. Смотрим налево, на правый пальчик. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Поднялись, вдох. Ножки поменяли. Выдох. Вдох. Потянулись. Выдох. Опустились. Вдох. Смотрим вверх. Выдох. Два. Вдох. Рука может быть на ноге. Выдох. Три. Вдох.
Выдох. Поднялись ручки вверх. В стороны вдох. В первую сторону. Выдох. Начинаем вытягиваться. Вдох. И поменяли. Правая рука вниз, левая вверх. Выдох. Потянулись левой рукой вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поднимаемся вверх. Вдох. Выдох. Правой ручкой потянулись. Вдох. Раз. Раз. Ступню развернули. И развернули. Левая рука вниз, правая вверх. Плечи развернули. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Поднялись. Вдох. Опустились в наклон. Выдох. Спинка параллельно, смотрим вниз. Вдох. Руки вверх. Выдох. Левая рука вниз. Правый вверх. Вдох. Смотрим вверх. Выдох. Поменяли. Вдох. Выдох. Поменяли. Вдох. Выдох. Поменяли. Вдох. Выдох. Опустились вниз. Наклон. Ручки зацепились или за пятки, или ладошки под плечами. Вывесили, вот весь, свесили позвоночник, голова, шея, плечи расслаблены. Хорошо. К правой ноге вытянулись, вдох, вдоль правой ноги. Зацепились за правую ножку, выдох. 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 Вдох. Выдох. Левой ноге вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Посерединке вдох. Выдох. И садимся на коврик. Компенсацию наклонов сделаем. Обратная планка. Носочки вытянули, руки сзади. Планка. Вдох. Таз вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сели. Садимся в удобную позу. И наблюдаем, как поменялось состояние, ощущение. Отмечайте про себя. Мы продышали вот всю дыхательную систему. И теперь сделаем такую заминку в виде дыхания. Вдох равен выдоху. Полное дыхание. То есть настраиваемся сейчас на дыхание. Живот, ребра, ключицы. Ключицы, ребра, живот на вдохе, на выдохе. На вдохе живот, ребра, ключицы. Считаем, сколько секунд у нас вдох, сколько выдох.
теперь с каждым вдохом прибавляем секунду на вдохе, на выдохе, тем самым увеличивая глубину и замедляясь. Вот два параметра. Замедление при помощи дыхания Уджайи. Вышли на максимальный показатель и сделали еще несколько дыханий на максимуме. Отпускаем контроль над дыханием. И минутку тишины делаем. Посидим в тишине, наблюдая за процессами, которые происходят. Можно не закрывать глаза. Здесь у нас есть зрительный канал. У нас есть слуховой канал, обоняние, потом вкусовые какие-то ощущения и ощущения тела. Такой большой объем информации тело нам всегда предоставляет. Вот на теле давайте остановимся. Наблюдайте, что там происходит, как, насколько удобно сидеть, как ощущается позвоночник, как ощущается опора тела. Такая стабильность, может быть, появляется, когда чувствуем опору и вес. Как ощущается одежда на теле. И если мы добавим сюда улыбку, как меняется ощущение при этом, при наличии улыбки или ее отсутствии. Поиграйте вот с улыбкой. Хорошо. Как бы такой огонек внутри, начинаем вдохом и выдохом, как кузнечными мехами, раздувать, распространять по всему телу. И
лучиками тепла из сердца можно прикоснуться к своим родным, близким, друзьям, ко всем присутствующим, к себе и ко всем живым существам, ко всем чувствующим существам с пожеланием радости, тепла, счастья. Поделитесь теплом, приятными ощущениями. И вот первый день я говорил, кто играл в игру, увидел человека, встретился, лучик из сердца запустил, улыбнулся. Просто так. И так каждый раз, всякий раз, встречая живое существо. Вот, на этом желающие могут полежать самостоятельно. На этом я закончил. Спасибо. Завтра четвертый день. Будьте в ресурсе. Все, всем пока.